Заглянут ко всем. Многие мясцы не знают, кто их участковый полицейский, поэтому весь апрель в нашем городе будет проходить мероприятие «Ваш участковый». Оно направлено прежде всего на повышение информированности населения. Также будет проведена профилактическая работа. С 1 по 30 апреля все участковые уполномоченные должны полностью отработать поднадзорный им жилой сектор. Это значит, что полицейские постучатся в каждую дверь, побеседуют с жильцами и расскажут им о порядке приема граждан в участковых пунктах полиции. В каждом секторе более 3000 человек, поэтому работа предстоит серьезная. Вячеслав Ежов уже приступил к исполнению своих обязанностей, начал обход квартир. Многие с настороженностью открывают дверь и спрашивают, что случилось. Но волноваться не стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Участковый. Как ваши дела? Нормально. Нормально, замечательно. Зайти-то можно? Пообщаться. Один. Один, пожелаете. Ну что случилось-то? Я просто пришел познакомиться. Участковые оставляют в каждой квартире визитку. На ней, помимо фамилии уполномоченного, указан адрес, телефон ближайшего пункта полиции и часы приема граждан. Также до конца месяца в Миасском городском округе проводится мероприятие «Безопасный дом. Подъезд. Квартира». Значит, целью мероприятия является агитация граждан на постановку квартир под охрану. То есть участковые будут разносить памятки, вручать гражданам о необходимости постановки квартир под охрану. Сейчас на территории Миасского городского округа более 66 тысяч квартир и более 17 тысяч домов. Все их участковые обойдут до 1 мая. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ Миас.